Нет предела совершенству, так решили организаторы этого проекта и собрали активных и стремящихся к идеалу женщин. Проект высокопрофессиональный. В этом проекте взаимодействие специалистов высокого уровня, на которых нужно ориентироваться во всех областях, как быть женщиной, целостной и уметь себя презентовать в обществе. Событие и для организаторов, и для участниц очень значимое, ведь цель научиться быть неотразимыми каждый день. Впереди несколько недель, насыщенных мастер-классами, лекциями и тренировками. Совершенным женщинам нужно быть не только успешными бизнес-леди, но и утонченными дамами, покоряющими своей красотой. Мы вместе с участницами проекта посетили полезный мастер-класс, посвященный доведению до совершенства своего тела. Специалисты не только поделились с конкурсантками опытом, но и наглядно показали, что могут самые современные фитнес-технологии. Сейчас у нас проходила ЕМС-тренировка, которая основана на принципе электромышечной стимуляции. То есть мышцы были простимулированы посредством электрических импульсов, и вместе с этими импульсами мы еще выполняли определенные физические упражнения, которые были направлены на основные группы мышц. Приобщиться к фитнесу последнего поколения может каждый. Специалисты утверждают, что всего 25 минут таких тренировок заменяют 3 часа в тренажерном зале. Наши участницы остались в восторге и от занятия, и от тех знаний, которые они получают на проекте. Я, как женщина, я хочу раскрыться на этом проекте, стать более женственной, как бы, ну, действительно выйти из проекта дивой, в чем суть самого этого проекта. Ну, во-первых, я хочу перебороть какие-то свои комплексы, страхи. Это своего рода самореализация, то есть что-то новое узнать, что я еще не испытывала, что вообще я могу. Для тех, у кого появилось желание освоить как можно больше новшеств индустрии красоты, могут предложить усовершенствованные бьюти-процедуры. При приобретении абонемента мы дарим бесплатные минуты солярия коллагенария в подарок. Солярий-коллагенарий тоже направлен на общее оздоровление, омоложение, а естественно все, чтобы быть красивыми. Также у нас представлены элементы спортивного питания, то есть все для того, чтобы каждый, кто к нам приходит, он мог соблюдать в том числе и режим питания. А участницы проекта «Я совершенство» отправляются дальше за новыми знаниями. Оказаться на их месте скоро сможет каждая. Проект этот не разовый, хочу сразу сказать, это только первый проект. Вся информация на наших соцсетях «Дива». Проект этот закончится большим праздником, и пока на который я всех приглашаю. Это будет 29 апреля. Проходить будет проект в торговом центре «Калинка». Кто же станет главной дивой города? Предлагаем вместе заглянуть на большой праздник, чтобы поздравить обладательницу короны.